Меня зовут Сумайя Абдул-Азиз. Я училась в Хартумском университете на кафедре русского языка, потом в Институте русского языка имени Пушкина, закончила магистратуру и аспирантуру, потом работала в школе при посольстве Саудовской Аравии в Москве почти 14 лет как учитель компьютера. И сейчас работаю на кафедре русского языка в Хартумском университете. Я очень сильно скучаю в Москве, и моя мечта сейчас поехать туда, хотя не надолго, просто очень сильно скучаю. Я очень люблю русских и очень благодарна моих преподавателей в Институте русского языка имени Пушкина. И никогда не забуду вот эти дни, когда группы были из разных стран мира. Почти иногда бывают группы 17 стран разных. И все-таки мы общались вместе, и мы были как одна семья. И для нас организовали очень много экскурсий. Мы в Ташкент, в Самарканд, Бухара, на Байкал, почти бывший Советский Союз, все города мы почти посещали. Поэтому я очень сильно скучаю. Я, у меня большая-большая надежда, что поеду туда, и билеты будут бесплатные. Нет, серьезно, потому что очень дорого. А, меня зовут Абдурахман, я выпускник Московского института народного хозяйства имени Пельханова, и еще выпускник Санкт-Петербургского университета экономики и финансов имени Вознесенского. У меня очень хорошие воспоминания о России, жил очень хорошее время в России, и у меня очень много друзей в России. Я помню, в метро, например, все люди читают там книги, поэтому я очень уважаю читателей России, уважаю и люблю. Я хочу рассказать маленький случай, у меня был очень интересный. Первый год я ходил в магазине, и была зима, очень холодно. И когда я вернулся, мне было очень трудно. Надо мне срочно, надо в туалет, помаленький. И не могу терпеть, надо очень быстро. Смотрю, там маленькая улица, там темно, и ходил потихонечку, и пусто. Не заметил, что за мной есть милиционер, у меня другой. Что делает? Это там можно писать, в Африке, а здесь нельзя. Спасибо, вас люблю. Спасибо большое. Шукран жазилян.